На Кубани запретили торговым точкам, расположенным в многоквартирных домах, продавать пиво на розлив. Ресторанов и кафе, которые изначально планировались при строительстве многоэтажек, запрет не коснулся. Городская дума Краснодара не раз выступала с такой инициативой в краевом парламенте. В среду на сессии ЗСК закон был принят во втором чтении. Кроме того, краевые депутаты подготовили обращение к заместителю председателя правительства Александру Хлопонину. В документе обозначили свое несогласие с инициативой одного из министерств отменить запрет на торговлю крепким алкоголем вблизи школ, детских садов, больниц и спортивных объектов.